2 Маккавеи, глава 15, стих 25. Тогда Никанор и те, кто был с ним, выступили с трубами и песнями. Но Юда и его компания встретили врагов призыванием и молитвой. Итак, сражаясь своими руками и молясь Богу всем сердцем, они убили не менее 35 тысяч человек, потому что благодаря явлению Божьему они были очень воодушевлены. Теперь, когда битва была закончена, возвращаясь снова с радостью, они знали, что Никнор лежал мертвым в его упряжке. Юдас Маккавей и его компания, они убили 35 тысяч людей, греческих людей, и тоже Никнор. И тоже Никнор в войне. Дальше, стих 29. Затем они издавали громкий крик и шум, возгвалья Всевышнего на своем родном языке, еврейский язык. И Юда, который когда-либо был главным защитником граждан как тела, так и разума, и который всю свою жизнь продолжал любить своих соотечественников, приказал отрубить голову Никанору и руку его за плечи и привести их к Иерусалиму. Вау! Поэтому, когда он был там и собрал их и своего народа вместе и поставил священников перед алтарем, он послал за ними, которые были из башни, и показал им голову мерзкого Никанора и руку этого богохульника, который с гордием хвастовства он натянул на святой храм все держители. И когда он вырезал язык этого нечистого Никанора, он приказал, чтобы они разделили его на куски для птиц и повесили награду за его безумие перед храмом. Итак, каждый человек славил до небес славного Господа, говоря: благословен тот, кто сохранил свое место непорочным. Он также повесил голову Никанор на башню. Еще раз, он также повесил голову Никанора на башню. Явнее и явнее знак всей помощи Господа. И они рукоположили всех общим указом, ни в коем случае не пропустить этот день без торжественности и отпраздновать 13-й день 12-го месяца, который на сирийском языке называется Адар. Это месяц Адар. 12-го месяц в год или в году. Это где-то между февралем и мартом. Еще раз. И они рукоположили всех общим указом, ни в коем случае не пропустить этот день без торжественности и отпраздновать 13 день 12 месяца, который на сирийском языке называется Адар, за день до дня Мордекай. За день до дня Мордекай. День на Мордекай – это тоже день Пурим. День Пурим. Об этом празднике я уже объяснял на старом видео. Мы можем читать об этом день Мордекай или Пурим в Ветхом Завете, книга Эстер. Сейчас я вам скажу шалом,
самый высокий Бог и Христос благословит вас. Берегите себя, мои люди. Шалом. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.